Всем привет, ребят, с вами Женси, а мы продолжаем играть в Cloudberry Kingdom. Продолжаем приключения бородатого Боба. Я опять нажал на аркаду вместо повести. Так, повесть, наугад. Не знаю, за кого мы сегодня сыграем. Человек-невидимку я не хочу. Волшебник у меня уже был. Санта-Клаус. Так. Ну, что-то я уже, по-моему, все, что тут возможно было, использовал. Ну ладно, давайте за Санту, почему бы и нет. Вперед, 123 уровень, на нем мы закончили. Но здесь очень клевая локация, которая мне очень нравится. Тут, ну, она такая красочная и так далее, тому подобное. Поэтому мы будем играть на ней. Ну, вернее, не поэтому, потому что у нас нет выбора. Нам на ней только и можно играть. У нас двойной прыжок, к которому я еще, опять же, не привык. Сейчас все будет. Я готов побеждать. Сегодня у меня настроение... Нет, я не готов побеждать. Я буду все время падать, не пройду 123 уровень за полчаса, и на этом закончится ролик. Тихо. Грамотно. А? А? Что творю? Чёртовы лазеры. Да ладно, это все. Изи-бризи. Тихо. Вот сюда. Сюда. Ну и все, я около сохранения. Насчет полчаса не пройду уровень, это я вас обманул. Представляете, какой я нехороший человек. Да что такое? Я всегда думал, что это какой-то у меня портфель, вот первый раз, но оказывается это у него крылья. Потому что я в прошлый раз играл, когда у меня был единственный раз двойной прыжок, у меня был черный полностью ниндзя там, по-моему. И там не было видно, что это крылья. На самом деле это крылья, вот такой вот поворот. Ну же. Это скорее не Санта, а какой-то эльф, знаете. Эльф Санты, который помогает Санте. Ну, вы поняли меня, в общем. Оп, оп. А, да что такое? Ич, ич. О, так, ладно, нужно просто быстро бежать, и все туда будет хорошо. Я уже проверил эту чушь. Нет, это неправда. Я вас обманул опять, представляете? Как все плохо. Так, меня уже начинает немножко раздражать этот момент в уровне. Может, как-то через одну попробовать пробежать? Так, а ну-ка, грамотно. Нет. А, все равно достал меня крайний лазер и шипастик. Так. Да что такое, а, ну я уже расчетверяюсь. Нужно было чуть подождать, но в целом я уже понял, что если я дойду до того момента, то там я, в общем-то, должен справиться, если постараться, сильно постараться. В чем я, на самом деле, сомневаюсь, если честно. Я не хотел вам говорить, но я действительно сомневаюсь. Да что такое, а? То есть там дальше опять придется ждать. Обычно в ты почему все время путаю Rogue Legacy и Cloudberry Kingdom? Обычно в Cloudberry Kingdom как? Ты просто бежишь вперед. А если ты все это успеваешь довольно быстро делать, то уровень проходится запросто. Но мы уже прошли слишком далеко, и здесь уже такая штука, я так понял, не прокатывает, поэтому приходится жутко напрягаться. А что мне сейчас делать? Явно лень. Потому что уже довольно поздновато. Ну, на самом деле я хотел поиграть в Cloudberry Kingdom, но когда я его запустил, понял, что это 123 уровень, а не 10, и здесь придется изрядно... хорошо сыграть, ага. Зачем здесь двойной прыжок? Он же лишний вот в этом моменте. Что-то как-то... Вы заметили, ребят, что на первых уровнях я всегда трачу больше всего времени в целом? Я не знаю, с чем это связано. Наверное, потому что я привыкаю просто после того, как определенное количество времени не играл. Ладно, мы просто там, когда до туда в очередной раз дойдем, мы просто там на блоке попрыгаем. Секунд, наверное, 5, там сколько этот лазер появляется, и просто дальше перепрыгнем. Так. Так, я не понял. Двойной прыжок должен же быть. Что за обман, подстава, провокация? Угу. Так. О, нифига, получилось. Давай. Маленький, сладенький, спасибо за все тебе. Опять эти чертовы лазеры. Но помимо лазера, тут еще движущиеся платформы, а это мне жутко не нравится.
так, ну шипастик, ну чё ж ты подставляешь-то так, а? Я думал, мы друзья с тобой, а он, ну как оказывается, иногда бывает. Везде подстава, а то они шипастики. Один раз друзья, потом уже нет. Так и живем. Аккуратно, главное, здесь все пройти. По-разумному. Ну я долечу, нет, не долетаю я почему-то. Не знаю, на самом деле, почему. Почему-то не долетаю. Так, надо собраться. Собраться как настоящий победитель. Ну уже. Так, ладно, я этот уровень ненавижу, по-моему, уже. Вроде как ненавижу. Сейчас я еще несколько раз умру. И запишем его в уровне те, которые я ненавижу. Это 42-й, 43-й, нет, подождите, 43-й, 44-й, 77-й, 80... Какой-то тоже 80 с чем-то, не помню. То ли 88-й. Давай. Есть. Нет, ладно, этот уровень я не буду записывать в одни из самых тяжелых. Он оказался не таким тяжелым. Ага. О, кстати, я, по идее, могу... Нет, не могу. Я вас обманул опять. Да. Так, сюда, и все, и все. Я не понимаю, почему я не могу использовать двойной прыжок, когда... Сюда долетаю. Ну, сейчас мы просто постараемся расслабиться. Ага, ну, я что-то повременил немножко, согласен. Сюда, ну, в общем, нужно задержаться на том привидении и от него постараться оттолкнуться, или как это правильно назвать, не знаю. Но я попадаю на верхнего шипастика, поэтому это все плохо, в общем-то. Не на шипастика, это уже не шипастик. Да черт побери! Я не понимаю, почему я вот, когда прыгаю на этот блок, не всегда могу использовать двойной прыжок. Я... Вот видите, один... Ну, сейчас попробуем, ладно. Они так еще прям не в нужный момент появляются. Вроде как нужно быстро проходить, да? Ты там должен ждать. Я что-то не понимаю, что здесь происходит на самом деле. И двойной прыжок опять не всегда получается. В общем, я расстроен. 125 уровень меня расстроил. Оно, я так понимаю, учитывает прыжок по этой штуке, как за прыжок, 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 еще раз. Ага, есть. Сверху все-таки достала меня эта штука. Ага, бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар. Так. Черт. Ич. Есть, нету. В общем, я не могу к этому всему привыкнуть. Мне кажется, что у меня есть двойной прыжок, а тут вот такой вот обман, и у меня его нет. Представляете, какой обман? Тихо. Все хорошо. Нет, все очень плохо. Все просто ужасно. Ибо вот эти вот, которые сверху, они вылазят прям в самый, в общем-то, неподходящий момент, и... Я с этим еще не сталкивался, то есть тут нужно как-то ждать, потому что в ролисте обычно ты просто вперед бежишь, и как бы у тебя все получается. А здесь что-то не очень это все происходит. Вот видите, ну все, и что? Я на привидение, соответственно, ждать не могу. И я не понимаю, что здесь делать. Сейчас придется. Да я знаю, мне все равно монет очень много, я куплю себе шарик. Вот и все. Так, ага. Я все равно, этот шарик на самом деле мне не особо помогает, но если уж помогает, то здорово. Ага. Понял вас, мистер Шарик. Угу. Чё-то шарик обманщик, у него все это проще, чем у меня выходит. Ладно. Чёрт. 125 уровень, я тебя ненавижу. Вот почему он там смог подпрыгнуть, а я нет. Я, походу, чуть раньше прыжок нажимаю, и все. Но в целом, шарик смог мне помочь. Он вроде как знает, как играть в эту игру. Или не знает, я не знаю. Это шарик. Так. Давай. Есть. Грамотно. Ладно, все хорошо. Шарик, спаситель мой.
Так, что-то я отталкиваюсь от следующей чепухи. Да что такое? Так, да, ладно. Сейчас все будет. Ага, угу. Я сейчас сверху эти задел немножко. Ладно, сейчас. Я на самом деле сосредоточен, очень слишком сосредоточен на том, чтобы повторить за шариком. Как он там пролетел? Я же сделал все, как сделал шарик. Что за глупости здесь происходит? Оп. Ладно, ладно, окей. Я, походу, выше, чем шарик. У него получается, у меня нет. Представляете? Какой шарик злобный. Действительно злобный. А-а-а! Я зол. Как там пролетел? Я сейчас начну кричать. Что за бред? Он там просто как пробегает, знаете, как будто так ему положено. Ну еще я шарик, меня придумали разработчики, я могу летать как хочу. На самом деле он по-любому должен сверху сталкиваться с вот этими штуками. Так, ладно. Я уже начинаю зубы скалить на этот шар, который... Да что за чушь? Ладно, окей. Окей. Как я только что прошел? Мне кто-то может... И, короче, все. Нормально все. В принципе, все в порядке. На это был весь расчет. На это был весь расчет. Это элемент шоу, так сказать. Обычно это все для меня просто проходится. Есть! Есть! Умри ты, создатель 125 уровня. Так. Ну, это все, естественно, делается во имя добра. Здорово. Вниз. Как? Умри ты, создатель 126 уровня. Во имя добра, естественно. Так, что за чушь? Ребят, вот просто не играйте в эту игру. Она вам не понравится, она ужасна. В нее играют только, я не знаю, сумасшедшие люди. Ты от нее не получаешь удовольствия. Ха-ха-ха-ха-ха. Обманул систему. Так, сюда. 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 Ну, это простой уровень, простой. А, ну это вообще простой. Видите, да, что я вас обманываю? Что это ни хрена не простой уровень. Так, так, так. Грамотно, грамотно. Нет! Я мог еще раз прыгнуть, что за... Я уже положил руки, а там, типа, был прыжок. И вот так как-то все вышло, как-то нехорошо. Ничего страшного. Так, ладно, этот уровень, в принципе, я думаю, смогу пройти. Так, у меня глаз немножко чешется. Вот, здорово. Как хорошо видно-то стало сразу. Все, теперь все уровни будут... Нет, я вас обманываю. Зачем здесь вообще приседать, я не понимаю. Санта, помоги мне. Помоги, пожалуйста. Ну все, новая музычка, и как бы и тут ясно, что я уже начну проходить. Как где... Так. 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 Ну все, в общем. Это все. Это конец. Ребят, не играйте в нее. Ну не играйте. Не покупайте, не играйте. Не надо, не надо. А если разработчики вдруг подумают следующую часть выпустить? Ну представляете, что это будет? Там аддоны, какие-то DLC. Не надо, не надо, не надо. Не надо, пожалуйста. Просто не нужно. Просто не нужно. Я зол. Я почему-то себе... Сегодня слишком плохое начало у меня для Clouds. Cloudberry Kingdom. Вот как? Там нужно переждать, да? Переждать. Ну, я это сразу понимал. Переждать там нужно. Тихо-тихо-тихо. Ладно. Кто-нибудь хочет за меня вот просто поиграть? Прийти ко мне домой, сесть, я буду комментировать, а вы играть. Хотите? Давайте, ребят, приходите. Хоть всей толпой. Заходите, ребят. Я вам дам геймпад. Будете по очереди просто играть, и я буду просто смотреть на это все. Посмотреть, как вам будет больно. Как вам будет тяжело. А я буду смеяться. Ладно, я схожу с ума, ребят. Это все, это конец. Cloudberry Kingdom сделала из меня шизофреника. Тихо. На. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. А-та-та-та-та. Есть, есть. Здорово.
А главное, что у нас есть сохранение. Это все, в принципе, что мне нужно в этой жизни. Что у меня есть сохранение на 127 уровне. В принципе, уже больше нет мечты. Нет! Ладно, ну тут просто пройти. Вроде бы. Ну, по крайней мере, попроще, чем первая часть уровня. Или просто мне повезло первый раз. Теперь я больше никогда туда не дойду, докуда дошел в прошлый раз. Да, именно так и будет. Ну, в принципе, это дефолт. Так всегда бывает. Так, а может дойду? Или не дойду? Или дойду? Так, есть, 127, ну давай 128, покажи, на что ты способен. Ага, понял, ну я думаю, этот уровень будет несложным, мне так кажется. Или очень сложным, да, этот уровень будет невозможно сложным, и я его не пройду никогда. Его никто не пройдет никогда, на этом уровне заканчивается игра. А может не заканчивается. Так, раз, все. Что-то как-то долго слишком я иду без препятствий, это меня начинает немножечко напрягать. Как-то прям слишком все это просто. Сейчас, наверное, 129-й, это уровень, который невозможно пройти. Наслаждайтесь музыкой, ребят. Зачем вам мои комментарии? Так. Оп. Ну, в принципе, все в порядке пока что. Пока что все хорошо. Катаемся на блоках, все весело, задорно. Так, раз, все, я держусь. Нет, я не долечу, да? Я знал, что я не долечу. Так бывает иногда. У меня же рука болит на этот, на А нажимать, на прыжок. Нет, назад. Главное, не на шип. Все хорошо, я все просчитал. Нет, я не долечу, да? Я не все просчитал, ну чуть-чуть не досчитал, ну с кем не бывает. Так, есть. Нет, не есть. Что-то я как-то не удалось у меня в этот раз. Давай наверх меня катай. Так, сюда. Ну все, я прошел вроде бы. Если это конец. Да, это конец. Здорово. 130-й. Ну-ка, призраки, духи, маньяки, убийцы. А, ну, тут все хорошо у меня. Вроде как. Я думал, что я уже спустя там 100 миллионов лет пройду уровень с первого раза, но этому не бывать. Наверное, никогда уже. Ну, после вот, наверное, уровня сотого, с первого раза уже уровень, в принципе, пройти невозможно, потому что они реально очень тяжелые. Ну, вы видите. Не мне вам объяснять. Особенно тем, кто, как бы, начали сначала смотреть. Я вам когда-нибудь все время забываю, я когда-нибудь покажу вам, что там происходит на заставке, когда запускаешь игру, там показано именно один из самых тяжелых уровней, и там творится дикий ад, на самом деле. Я вообще не подумал, я зачем вообще начал это прохождение? Играл бы себе в Майнкрафт и Rogue Legacy, и не напрягался бы, совсем не напрягался бы. Я когда начал играть в Rogue Legacy, я думал, что это очень хардкорная игрушка, ну, Rogue Legacy просто... Вон я в прошлой части Rogue Legacy двоих боссов замочил, там за два класса 28 минут играл. А тут что? 130 уровень, невозможно пройти. Так, мне кажется, я что-то не просчитал. Нет, не просчитал, я все не просчитал. У меня опять чешется глаз. Blind Digital, поможешь ли ты нам пройти 130 уровень? 130 уровень. Кто его создал? А, наверное, эти все уровни создал какой-то, знаете, человек, который там не хватало внимания, там что-то, и теперь он на нас с вами отыгрывается, ребят. Жизнь, боль. Так, о, классический это good. Классический это хорошо. Тихо, я упал. Нет, классический это очень плохо, или хорошо, я не знаю. Но классический тут хотя бы нет никаких таких лишних... движений, не знаю, как это правильно назвать. Я только что нажал, надеялся на двойной прыжок, а его не было. Двойного прыжка не было. Так бывает. Ты ждешь его, а его нет. И опять. Ты ждешь его, а его нет. Представляете? Так. Ты ждешь его, а его нет. Давайте четвертый раз я там же, там на том же месте упаду, потому что это модно. Угу. Ну ладно, упал на другом. Разбился в клочья. Ну ладно, и что теперь? Я ж наткнусь, да? То есть мне в любом случае нужно прыгать как-то сверхбыстро, я не понимаю, но... Как? Это объяснить, нет?
А, ну тут просто как бы я все, я вроде понял или не понял, я не знаю. Сейчас все будет. Главное, что там сохранение, остальное меня в принципе не интересует. Сейчас моя цель дойти именно до сохранения. Дальше все будет, я думаю, хорошо. Так, сохранение есть и все. Дальше уже беспроблемно проходится все, наверное. Сейчас там после сохранения еще в разы сложнее все будет. Такое бывает. Я в Rogue Legacy не первый день, ребят. Есть. Так. Оп, здорово. Давайте мне 132-й. Подавайте его свежим. Давай. Аж я уже боюсь, да? Я уже ничего не боюсь. Я уже думал, что я телепорт не подобрал. Я тут хотел... Не телепорт, сохранение. Я тут хотел начать высказывать свое мнение по поводу этой игры разработчикам. Может, они когда-нибудь, через много-много лет взглянут. Есть. Здорово. Очень здорово, на самом деле. Так. Есть. Хорошо. Нет. Вот не смешно было. Не смешно. Так. Раз. 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 Держимся. Грамотно. Остаемся сюда спокойными. Тихо. Шип. Он, видите, как торчит? Он вылазит именно когда хочет он, а не когда ему говорит программа. Когда ему говорит игра... Как, а почему я не допрыгаю? Это, наверное, знаете, болезнь в Rogue Legacy, где-то... Реально, чего я не допрыгаю? Как бы я уже чувствую, что я на платформе, а я не на платформе. Мои ноги прям... Это что за бред? Ребят, если это шутка, если это развод, то мне не смешно. Вот мне совсем не смешно. Я ж только что на нее прыгал. Есть, да? Допрыгнул. Ура! Чувствуете, насколько я искренне рад? Мне холодно просто, ага. Так. На самом деле мне очень жарко, я здесь уже весь... Схожу с ума, в общем. Я опять не допрыгаю до основной платформы. Сейчас мы будем с самого-самого краю от вот сейчас. И все равно не допрыгаю. Я не знаю, как это происходит. Наверное, просто разработчики, но они... Ну, типа... Плохие люди. Угу. Ну давай, исчезни ты, шип! Тихо. Ну что такое, а? Ничего страшного, все в порядке. Я контролирую этот уровень. Я вообще контролирую эту игру. Вот нельзя ему как-то пешком пройтись, вот этому Бобу, чтобы свою принцессу спасти, которая без шеи. Нельзя ему, да? Вот нужно ему. А этот король внеземной, зачем ему ставить такие сложные ловушки, как он сам по ним пробегает? Давай. Есть. Все, да. Тут дальше легко проходится. Я чувствую такие вещи. Да, именно это я и хочу сказать. Так. Так. Ну вот. Есть какая-нибудь... Давайте еще купим. Я уже не могу, ребят. Я не могу. Хоть нет, зря я на самом деле купил. Тут бы я легко прошел, мне кажется. Что-то я реально переборщил немножечко с покупкой шарика. Он мне будет только мешать, на самом деле. Ну и пофигу. Ну, опять я раньше времени прыгнул. Ну, бывает, это я могу. Ага, то есть он дважды все-таки прыгнул, да? Ну и ладно. Черт с ним. Ну и все, дальше я. Здорово, ребят. Ну, на этом будем заканчивать. Это был Cloudberry Kingdoms, это был Джинси. Всем за просмотр. Черт, я должен сейчас сказать всем спасибо за просмотр. С вами был Джинси. А я уже до этого сказал, что с вами был Джинси. Мне тяжело, ребят. В общем, я желаю вам удачи. Не играйте в эту игру, в нее могу играть только я. Да ладно, я шучу, можете играть. Будете делиться впечатлениями со мной. Желаю вам удачи, пока, ребят. И я должен был сейчас сказать пока, ребят, и удачи вам. А я сказал удачи вам раньше. Но это все Cloudberry Kingdom. У нее свои последствия. Пока, ребят.